Сергей Трифонов и Николай Шарин – участники и победители многочисленных соревнований среди спортсменов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. На днях они вернулись из крымского города Саки. Там состоялся легкоатлетический марафон «Скифский берег». Ивановцы участвовали в заездах на колясках. Им предстояло преодолеть дистанцию 21 километр 98 метров. Сергей Трифонов прошел ее за 1 час 59 минут и вошел в десятку. Дистанция была сложная сама по себе. Рельеф. Участки были и подъемы, и спуски, то есть такой бег был прерывистый, ну и было тяжеловато, потому что было очень жарко, где-то было за 30 градусов. В марафоне на колясках участвовало более 50 человек. Не все дошли до финиша. Некоторых спортсменов подвели коляски. Так произошло с Николаем Шариным. Он раньше времени сошел с дистанции. Разболталось колесо даже не одно, сразу два. А в конце очередного круга у меня просто оно развалилось. Вот, просто техническая часть коляски подвела, то есть она не предназначена для таких дистанций, она больше для пешеходного такого движения. А такая коляска, которая у нас как бы, на которой можно преодолеть такую большую дистанцию, она у нас одна. Как раз Сергей на ней выступал вот, и показал хороший результат. Чтобы побеждать в новом виде соревнований, каждому ивановскому спортсмену-гонщику нужна специальная коляска, адаптированная под индивидуальные потребности. Подходящая для соревнований коляска стоит не менее 130 тысяч рублей. Как шутят спортсмены, соревноваться на «Запорожце», когда другие едут на «Мерседесе», очень непросто. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.